У нас различные представления о том, что и как надо делать. У немцова одно представление, что и как нужно делать, у яблока другое представление, что и как нужно делать. Это во-первых. Но даже если не говорить о таких, как обычно говорят, сложных вещах, давайте поговорим о простых. Так сложилось, что в 2003 году результаты яблока на выборах были существенно выше, чем результаты СПС. Так сложилось, что результаты даже в условиях уже совсем таких условных выборов в 2007 году, опять-таки результаты яблока были значительно выше относительно результатов СПС. Значит, что надо было сделать? Надо было всем демократам, независимо от того, какие у них там есть специальные взгляды по каким-то отдельным вопросам, объединиться в одну партию, а именно взять и работать в партии Яблоко. Возможно, меня свергнуть, возможно, стать лидерами этой партии, если бы они смогли. Но они пошли по другому пути. Они стали каждый создавать собственную партию, чтобы быть таким микро-Наполеоном. Рожков свою партию стал создавать, Касьянов свою партию стал создавать, Немцов свою партию стал создавать, Каспаров свою, и Милов еще одну. Ну вот и все. А мы каждый раз, каждый год, 12 раз в год, 15 раз в год говорили, ну давайте приходите, будем вместе работать. Давайте, зачем вы создаете новые партии? Зачем вы множите сущности? Ну приходите. То, что у вас мало сторонников, ну ничего, будет больше. Приходите, давайте вместе работать. У них была другая тактика. Вот смотрите, что за 8 лет произошло. За 8 лет произошло, что количество так называемых демократических структур, партий и так далее только увеличилось. Вот и все. Почему же это мы не объединяемся? Это они, как одноклеточные, размножаются в большом количестве. А мы на это смотрим и говорим, ну давайте уже превращаться из инфузории туфельки во что-то такое более, так сказать, развитое. Ну, вот, собственно, все. А больше у нас что с ними? Они говорят, вы требуете, чтобы мы каялись. Да мы не хотим, чтобы вы каялись. Мы просто не хотим, чтобы вы делали то, что вы делали уже один раз. Что именно, пожалуйста, я вам скажу. Мы не хотим больше залоговых аукционов. Понятно? Понятно. Мы не хотим больше гиперинфляции. Понятно? Понятно. Мы не хотим больше фальсификации выборов 96-го, типа 96-го года. Понятно? Понятно. Мы не хотим больше войны на Кавказе, которую вы пользовались для того, чтобы победить в 99-м году. Мы не хотим всего этого. И вы этого вроде бы тоже не хотите. Ну так вот и все. Скажите, что вы это понимаете. И приходите, мы будем вам рады. Ну даже не говорите этого, но все равно приходите. Тогда у нас будет большое демократическое движение. Ну вы же каждый хотите иметь собственную партию. Ну что я могу с вами сделать? Вот и все. Пусть хоть один из них скажет, что мы кому-то отказали в том, чтобы войти в яблоко. Пусть кто-нибудь хоть один это скажет. Такого не было. Никогда. У нас даже нет приема. Любой человек может написать заявление и стать членом партии. У нас нет процедуры приема. Любой. Они, конечно, хотят сразу быть начальниками в партии. Ну, в общем, мы бы и с этим им помогли. Ну, пусть только приходят. Ну, так они же хотят быть каждым самым главным. Ну, это типично советская манера. Ну, большевички такие. Каждый хочет иметь свою партию. Ну, пожалуйста. Что я могу еще с ними сделать? Как? Ну скажите мне, как с ними еще объединиться? Что должен сделать? Два вопроса тут. Не делайте больше так, как вы делали в 90-х, потому что так нельзя. И будет бубо, и будет то, что имеете сегодня. Не делайте, пожалуйста, так больше. Потом будете плакать, как сейчас. И второе, приходите же, ну. Вы же не можете свои партии создать. Ну не потому, что только вы не можете. Система такая, что нельзя. А то они еще иногда придумают. Вы давайте яблоко распустите, мы придумаем для него другое название.
Какое другое название? Почему нужно другое название? Мы не понимаем, зачем. Кроме того, мы знаем, что если мы распустим партию, то мы заново никогда в жизни ничего не зарегистрируем. Что вы предлагаете? Какое-то безумие. Где вы такое видели? В Европе, в Америке? Что человек не входит в партию и там борется за политическое доминирование внутри партии. А он хочет как-то вот, вот он хочет какую-то другую партию создать. А эта партия, чтобы распустилась и сказала, вот мы хотим. Так не бывает и не будет. Просто так, потому что не бывает. Вот и все. Поэтому, друзья, хотите, приходите. Гораздо умнее, чем выкрикивать вот эти лозунги типа «нах-наха». И гораздо было бы умнее создавать в России большое демократическое движение, чем ругаться. Thank you.